Компания «Караганды Жарык» подвела итоги конкурса граффити «Энергия лета». Более 20 талантливых граффитистов в течение месяца украшали трансформаторные подстанции у Слагодателя. Сегодня назвали имена лучших художников. 26 трансформаторных подстанций Юго-Востока, Майкудука и центра города обрели новый облик. Теперь будки «Караганды Жарык» яркие и оригинальные. Словом, настоящее украшение шахтерской столицы. 22 карагандинца-граффитиста приняли участие в этом конкурсе. Обладателем гран-при стал Дмитрий Полетаев. Его «Подводный мир» признан лучшим рисунком. В качестве подарка карагандинец получил денежную премию. К слову, все участники удостоились грамот и поощрительных призов. Мы не могли приступить. Вообще Караганды Жарык вообще с лета хотели провести, но лето у нас дождливое, вот, поэтому выбрали теплые дни уже после дождя. Как раз мы успели.